Возвращаемся к теме футбола. Шериф Марибор. Ответный матч второго раунда Лиги чемпионов уже завтра. На кону путевка в третью стадию квалификации. Футбольное сражение пройдет в Кишиневе. Итак, Шериф или Марибор? Кто одержит победу? Своим прогнозом с нами поделился экс-футболист Шерифа, словенец Тадей Апатич. Эксклюзивное интервью нашему телеканалу. На связи из Марибора словенец Тадей Апатич, экс-игрок тираспольского Шерифа. Сначала о прошедшем в Словении первом поединке второго квалификационного раунда. В Мариборе все закончилось нулевой ничьей, хотя Шериф был ближе к тому, чтобы забить и выиграть. Я не смотрел матч в режиме лайв по семейным обстоятельствам, но у меня достаточно информации о самом матче от моих футбольных коллег, и я видел хайлайты. Позиция на поле – защитник. За желто-черных Апатич играл 10 лет назад. В квалификацию Лиги чемпионов 2012-го провел за Шериф матчи против армянского Улиса и загребского Динамо. У Шерифа всегда были квалифицированные футболисты, и тогда, и сейчас. Это очень опытные игроки. Я думаю, это была качественная игра, и я думаю, у Шерифа было больше шансов победить, чем у Марибора. Если бы я видел игру, мог бы рассказать больше. Сейчас словенец выступает во второй лиге Словении, играет в родном клубе «Белтинчи». В свободное от тренировок время старается посещать домашние матчи Марибора. В дуэли с Шерифом фаворит пары явный, считает Апатич. Я даю Шерифу больше шансов в ответной игре. В конкретной встрече мой выбор объективен. Если честно, я видел субботнюю игру Марибора в чемпионате Словении. У команды 2-3 травмированных футболиста. Чемпиону Словении будет сложно в ответной игре в Кишиневе. Итак, решающий матч завтра. Шериф или Марибор? Кто получит путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов? Узнаем завтра. Начало битвы в 20:00. Игра в Кишиневе. Билетов все меньше. Поторопитесь.